Мы сыграли ничью, после ничьи. В прошлый раз у нас была победа. Надеюсь, что и в этот раз будет все то же самое. Так, да, давайте что-нибудь новенькое сыграем. Давайте пойдем в Е6, потому что еще не было. Больше славянку не хочет со мной играть. В этой практике. Угу. В этом матче. Блин, а я тут не знаю теорию. Совсем. Ну давай по-простому как-нибудь. Ну и она тоже не знает, в этом плюс. Пока что аккуратненько играет. Ну давай ладья c1 укрепим. Обычно тут как-то g5 и конь e4 наскакивают. Черные, не стесняясь особо. Но Марина не такая, Марина будет играть скромным. Вот после слон b7, наверное, я побью. Ну, может, слоном побить? Но слоном не хочет, пешкой бьет. Ну и получим мы такую классическую позицию. Давай рокировку сделаю, просто уведу. Так, ушел. Мне кажется, здесь у белых должен быть перевес. Надо побеждать, да, чтобы счет увеличивать. Так давайте упростим позицию. Вот чем опасно бить? Хороший вопрос. Может быть, есть смысл в том, чтобы побить пешкой или ладьей? Давай пешкой, ладно, укрепляем пешку d4, здесь отступаем. И, это, наверное, конь e5 заслуживает внимания. Сюда пойдем. 4 справа. Угу. Ну давай, слон g3, прицелимся к ферзю. Далеко? Слишком. Там, наверное, сюда пойдут, будут пытаться мат поставить. Наверное, на e6 куда-то отойдет. Давайте на e7. На e7, да, вступает. Ну и попробую пока f3 сделать ход. f3 все-таки. Где-то будем e4 стараться провести. Главное, пешку-то не зевнуть. Я пойду сюда, кстати. Ненароком. На такой ход. Наверное, так просто отойдем. Сюда, потом туда. Ай, блин, пешку же отдаю. Черт тебя дери. Почему постоянно какие-то ловушки? Там же на e5 она может побить. Ну, правда, после взятия, f4, наверное, выигрывает коня, да? Потому что нападая с ферзем, и вот она не решается побить. Молодец. Там потом f4 было бы, и ферзь нападает. Коня-то не хочет отдавать. Не может идти, чтобы конь здесь под защитой. Вернуться, что ли, на g3? Поэтому туда не пошла. Если так, то получает центральную клетку в свое распоряжение. Ну, может быть, неплохо. Ферзь c2 там ничего особо не дает. Побить сюда. Ладно, давай побил. И может e4. Давай готовить пока e4. Сюда. Допустим, сюда. Тут где-то маты будет ставить. И готовимся к такому ходу. Конь грозит, надо свои пешки выдвигать. Она начинает атаку на ферзевом фланге. Я на мат сразу захожу. Так, теперь грозит. Горожу побить и сюда мат спиндюрить. Ну и плюс где-то e4. g5? Вот, мои планы. g5, смело. Тогда ну, пытаюсь пока сюда перевести. Так, а потом сейчас сюда придет. Ваш животное. На e5 слон перейдет. Сюда. И здесь по диагонали тоже будут проблемки. Короче. Она как бы игнорирует эту угрозу. Ладно, слон e5. Можно, да, побить мне? Не все. Ничего страшного нету. Удачно складывается. Ну, вроде пока может ничего быть, не так сыграть, ну, и потом так вообще. Будет проходная пешка, может, это нам как-то... Потому что на h4, g4, наверное. Давай попробуем такой ход. Блин, взятие, ну, вряд ли взятие пройдет. Если я сюда схожу на томат, наверное, поставлю. С этой стороны какая-то агрессия. Буду игнорировать просто.
хочешь на той пешкой пошла. Давай так, пока. Идея в том, скорее чтобы так подорвать и ладейку туда подключить. Нет, да, так, что мы здесь можем строить? Взять. Я могу даже, наверное, не реагировать просто. О, ферзя можем отключить. А просто вот так сыграть. А там ферзя пойти сюда и не дать ферзя. А там может быть ладья B6, сказать. Да? Ладно, вперед. Ладья B6 придется побить уже. И там хотя бы будет с нападением на пешку. Так, взяли эту пешку. На эту пешку я имею в виду с нападением. Я хочу сюда ладью так, по, времени, по линии H атаку. Пытаться организовать. Жертвует. Так. Хорошо. Не знаю, зачем. Ну, надо бить. Мне так захотелось. И пей, шахи грозят, да? Больше особо ничего такого не грозит. Вообще, давай, может быть, сюда пока пойдем. Каких там? Все равно хочу побить, кстати. Вторую ладью сюда еще подключить. Аккуратно играет F6. Хочет прогнать. Ну, давай ладейку подключим сначала. Посмотрю, куда отойдет ферзь. Сюда отступает. Можно взять, взять там куда-то на фланг, да? Так, ладно, что еще есть? Взятие напрашивается, конечно. Взятие сюда. А может быть там ладьей? Вот идея, ладья же там бьет. Ага. Сохранилось. И теперь надо ферзя просто туда включать. Ферзя по атаку. Наверное, я отойду. Ага. Так, мат нету. Мата. Где же мат там? Давай возьмем. Вторую ладью сюда. И что ж такое-то? Ну, давай этот тоже ферзя. Блин, там шах, успел. Да, я зеваю? Так. Шах на b2. Шах на b2. Ну ладно, закрылся пока. Я не знаю, что делать. Блин, держит оборону. Марина, ну перестань уже. Ладно, ушел сюда. Шах. Можно ферзем побить. И сюда вернуться. Готовлю. Ах ты, блин. А если сюда? Ну все, это с мат. Ну вот да. Это же мат. Да. Есть победа. Блин, ну тяжело было против не нее. Тяжело. Заатаковать. Заставляет меня понервничать, королем побегать по доске. Но тем не менее. Намекнила, там было странно. Счет 5-2. Так, ладно, коня идем на F6 не рубить.